когда решили родители, что они хотят, чтобы у них был ребенок, да? Да. Вот о чем при этом они должны по большому счету думать? Вот не просто, чтобы родился ребенок, а о чем? Какую еще мысль включить? О том, что они хотят сделать хорошего человека, который был бы полезен миру и который бы наслаждался тем, что он приносит миру пользу. Что такое сделать миру пользу тогда? Сближение людей между собой. Ничего себе. Вы представляете, это вы родителям даете такую задачу? Они думают об этом в акте зачатия. А прямо даже в этот момент? Так, как сказано в Экклезиасте. И в этот день было сказано, сегодня зачат человек. В эту ночь. Обычно как бы, ну, человек больше думает о себе, что был хороший, добрый, теплый. Чего? Там, любимый ребенок. Ну, например, чтобы был здоровый и так далее, и так далее. Больше думают о нем. Нет, вы говорите... ты этим делаешь не ребенка, а животного. А если думаешь о том, как он, каким он будет в мире, как человек, для мира, то тогда ты делаешь человека.